Ребят, всем привет! Я сегодня приехала, вот сейчас покажу магазин, как обычно, Walmart. У меня есть список сегодняшний, по которому мне нужно кое-что прикупить. Ну и поснимаю что-то на выбор, посмотрю, куда меня занесет, в какой отдел меня занесет. Смотрите, мне нужен сыр, хлеб, туалетная бумага уже не нужна, оказалось, есть чай. Паприка, что там еще, молоко, лук. Так, я что, два раза молоко написала. Вода, перчатки. Перчатки мне нужно для дома убирать. Одноразовые. Ну, поехали. Так, 9-й ряд. Как говорится, главное не забыть, на каком ряду припарковался. Вот у нас выход получается на одной стороне, а вход надо идти аж туда. Ну, ничего. Полезно для здоровья, пройдемся. Первое, это я возьму сосиски за 3,98. Такие еще ни разу не брала. Попробуем. Как всегда, водичку беру вот такую. Это из Франции. Натуральная, значит, родниковая вода. За 9,98. 6 литров. Я беру две пачки. Осталось мало зарядки на телефоне, как всегда. Но я решила вам снять, пока еще есть батарейка, поснимать одежду, которая продается в Walmart на сегодняшний день. Смотрите, вот эти вот халатики я покупала где-то месяц назад для Лизы. Очень классные, катоновые. Сейчас они на скидке $5. Это вообще, считай, что даром. Ну, у нас есть два халатика, я не буду брать. Вот такие розовенькие есть, махровые. И вот такой зеленый цвет. Ой, то есть оранжевые, вот розовые. Видите, ну где здесь состав? Сейчас посмотрим, чтобы я вас не обманула. А, 80%. 80% катон, 20% полиэстер. По 12,94 вот такие кофточки. С теплым начесом внутри. Я смотрю, ходят сейчас, ходят много охранников по магазину. Раньше такого не было. Так, посмотрим, что еще. Посмотрим, посмотрим. Как всегда, я иду с камерой, и все, конечно, обращают внимание на меня. Ну, по крайней мере, никто не запрещает снимать в Walmart. Вот такие, смотрите, блестящие курточки. Так, сколько они стоят у нас? 18,98. Шортики по 7,98, футболочки тоже. А вот рюкзачки. Я думаю, кому-то это интересно будет тема. Смотрите, по 12,88. Эти тоже, это вся, наверное, коллекция. Это по 12,88. Детские рюкзачки. Я думаю, для младших классов, скорее всего. Так, и еще я хотела штаны для Самуила взять. Для младшего сынули. Очень классные, хлопковые. Тоже понравились. По $5. Так дешево. Ни в каком магазине так дешево не будут. Стоят детские вещи. Так, ну вот этот отдел, где я брала все вещи. И до сих пор есть. Все, и штаники есть. Вот такие я брала. Видите, а, по 5,98. Ну, немножко дороже, чем я сказала первоначально. Но они очень классные. Вот, мягенькие такие. И 60% хлопок. 40% полиэстер. Но это и хорошо. Они как бы лучше отстирываться будут. Сейчас я с Эмчику возьму еще пару штук. Так. Вот такие пленеры по 9,92. 20-й год. Чем вам запомнился 20-й год? У нас очень много событий в этом году. Помимо коронавируса, мы успели побывать на Гавайях в 2020 году, в самом начале года, в январе. Потом мы приехали, начался карантин, коронавирус. Потом... В этом году мы еще ездили в Йеллоустон, вот сейчас недавно. И вообще по Америке путешествовали 2,5 месяца.
И еще в этом году у нас покупка машины. Так что скоро выйдет видео, где мы будем рассказывать, какую машину мы покупаем. В общем, показывать, рассказывать. Вот такие вот разукрашки. Я люблю это дело. Антистрессы. Хочется иногда. Вот я большая уже тетя, как бы. Но мне нравятся разукрашки. Правда, времени совсем мало на это. Если один раз в месяц у меня получится так посидеть, поразукрашивать, то это хорошо. Цветные карандаши. Ну, это как бы back to school, да? А ну, пойдем посмотрим, что там еще есть у них. Механические карандаши 5,44. И здесь у нас их очень много, 50 штук. Вот, paper folder называется. Папка для бумаг, 96 центов. Вот такая. $1.96, вот такая. Я Лизе такую тетрадку купила. Пеналы по 2,97, 3,97. Я думаю, вот такой. Интересные такие, симпатичненькие для девочки. Мне кажется, интересно будет. Такое яркое все. Разные есть. Вот такой. Как чешуя рыбки. Тоже 3,97. Такие пеналы, но их тяжело достать. Вот видите, какой принт, да? Они такие, как типа клеенчатые тоже, да. В виде печеньки. 7,47. Это пенал? Да. Pencil box. Такие обыкновенные есть по 2,97. Эти по 3,97. Вот, ходят сзади, кашляют. Кстати, у меня заболели эти. Получается, да, это еще и ходит, это кашляет, которая работает, разлажит по полочкам все. У меня заболела семья моих друзей. Ну, как бы, мои друзья не заболели. О, смотрите, какая красота. А и моей подруге лучшей мама заболела. Ну, они отдельно живут. Заболела мама, папа. И с ними живет их сын с семьей, с женой. И, по-моему, двое или трое деток, я уже не помню сколько. Все заболели коронавирусом. Сделали тест. Сильно кашляют, большая температура. У некоторых неделю держится, у некоторых за 3 дня там температура прошла. Но, ну, в общем, люди болеют. Это уже вторая семья, которую я лично знаю. Ну, как бы перебаливают и все. Даже у одного там знакомого, который заболел, такое типа астмы. Но и то нормально, он как бы все хорошо с ним, слава богу. Дальше сейчас работает, болел тоже коронавирусом. Смотрите, какие замечательные пеналы. Но я не знаю, Лизочка должна сама прийти, и Сэмчик. Вот эти по 7,47, интересные такие. Смотрите, типа сверху силиконовые. Я такого еще не видела, но это интересно. Может взять Лизе такой. Я думаю, ей понравится такое сюда слаживать. Возьму, наверное, детям. Вот такой пенал Лизе. А Самуилу, я боюсь, Самуилу вот именно этот не понравится. В общем, Самуил сам, наверное, выберет все-таки. Или же, сейчас подумаю, какой-нибудь надо взять, чтобы он не обиделся, что Лизе купила, а ему нет. Так, какие тут еще... Ой, что там у нас падает? Какие тут еще есть красивые и интересные для мальчиков? Как-то для девочек, да, больше всего такого привлекательного. Может, такой Самуилке купить? 5,97. Или не спешить, наверное, подожду. Пока еще. Вот такой металлический. А, нет, это для девочек тоже. А, вот такой вот пенальчик можно взять Самуилке. Он и недорого, и не обидно ему будет. А потом он выберет что-то получше. 97 центов. Планеты. Так, давайте посмотрим, что еще есть здесь. Цветные карандаши, клей. Вот такие карандаши. $11.63. $1.92. 12 штук. Здесь 100, что ли? 100 different colors.